Ян, привет. Я сегодня была по работе в Центробанке у себя в Москве на Неглинной. Вот, дали такой список. В этом списке есть Акбарсбанк. Поэтому, если какие-то есть сбережения в Акбарсбанке, там карты еще, лучше с этого банка уходить, потому что его скоро закроют, его вообще не будет. Я в это, честно, особо не верю, конечно, но раз в Москве в Центробанке такое говорят, значит, наверное, Татфудбанк закрыли, еще какие-то у вас татарские закрыли. Ну, и Акбарс скоро хлопнется. Поэтому, если есть там что-то, лежит на процентах, лучше забрать, потом это невозможно будет сделать. Ну, и всем своим знакомым передать, что в Казани скоро ваш Акбар закроют.